Привет. В Brawl Stars появилось обновление. Давайте смотреть. Первое посмотрим легендарного бойца. Kind regards. Честер. Ну, давайте тренировку. Да, давайте. Итак, я его знаю. Я знаю его способности. Смотрите, он по-разному выстреливает. Так, здесь он хилит. Так. Дальше помню супер оглушение. Вот, вот видите, оглушение. Он оглушает типа всех. Так это у нас что? Ну это я знаю. Когда будет в игру, по-моему, Ворбит? А вот и бум. Классный бравлер, но я бы хотел ворона. Короче, ребят, очень хороший он. Так, ребята, со мной спайдер-влог, но я сейчас не могу с ним говорить. Вот. Так, разблокирую больше бойцов. Еще два. Бас. Так, давайте Грея теперь я вам покажу. Так, награда за поимку. Где награда за поимку? А как? Где? Я не могу выполнить квест. Ну вот, зачем я только брал? Ну ладно. Давайте я вам покажу этого бравлера. Так. Ага. Смотрите, что он умеет. Вот так он стреляет. Ну крут! Крут! Там какой-то клон на Робзи. Смотрите, ребят. Я думаю, он серьезно. А он же разговаривает с ними. Как это? Ну, он, наверное, псю может говорить. Псю? Но он прикольный. Так, давайте выходим. Кстати, очень у него такая теперь красивая иконка. У него все теперь лучше стало, убрал Старса. Ну, вообще, прям. Ну, классно. Так. Let's go. Да он продолжает, серьезно. Да еще и первый раунд идет. Да чувак, проиграй хотя бы. Ладно, ладно, ладно. Ай-ай-ай. Так, ребята. Вот тебе. Ребята, в общем, смотрите. Его супер, это телепорты. Это очень-очень полезно. Ай! Вот, видите? Я просто телепортнулся, и все. И все. Давайте. Так. Ну, ребят. Ребята. Так, вот тут второй. А, все, один кого. Пюм-пюм. Прикольно он говорит вот это вот. Пюм-пюм. Так, бежим туда, ребят. О, нормально. Норма. Ребята. 8 бита, в общем, скоро тоже он у меня будет. И я должен был, по сути, на Честера копить. И, я мог его уже разблокировать. Но я решил все-таки 8 бита. Это будет очень-очень долго.
Так что, всем пока. Не пока, а потому что пока. Так. Ой.